Итак, наши советские тополя уделали мне в очередной раз всю машину. Без слез не взглянуть. Значит, химией я, значит, автошампунью я это дело все облил. Но, значит, вот видно, что разъедает. Потек идет, вот сюда он пошел, да, рыжий, но слабенько. Это все вот просто не отслаивается. Нашел средство, которое это все дело удаляет. Удаляет за считанные секунды. Сейчас я машину вот эту помою. Это все не отмоется, соответственно. Просто жопа как бы. Итак, машину я шампунем попытался, значит, отмыть. Автошампунем ничего не получилось. Вот моя засранная машина тополиными почками. Машина, ну, по сути, испорчена. Вся машина уделана. Просто везде. И сейчас я вам покажу чудо-средство. Я не знаю, насколько оно вредит машине, но вот несколько раз уже делал, в принципе, ничего такого плохого я не замечал. Если бы не это чудо-средство, я бы разорился бы на мойках, потому что берут отдельные деньги, собирают, грубо, да, там. Здесь, короче, надо специальное средство. Это будет стоить столько-то и тому подобное. Живем мы в стране дураков. Каждый день, значит, что мне на мойку на эту разоряться? И говорят, что, короче, это запускать нельзя. Какашки, птичьи, вот эти вот всякие тополины, вот эти вот хрени запускать нельзя. Надо прям по горячему быстренько все это оттирать. Это все стоит бешеных денег. Вот, поэтому приходите, платите деньги, мы вам ототрем. Вот. А живем мы, повторюсь, в стране дураков. Тополя растут у нас вдоль пятиэтажек, где мы, соответственно, живем. Я завидую тем, у кого, значит, нет тополей, они не понимают, о чем я сейчас говорю. А у меня поставить машину просто негде. Это вот, если только не на дачу уезжать на какой-то месяц, когда вот это все происходит, когда все цветет, когда все падает, когда это все вообще просто вот все с собакой гуляем. И там она. Когда мы с собакой гуляем, значит, все лапы у нее в этих в тополинах, в этих вот в почках, все это домой тащится, все это, значит, на ковре, не знаю, на ковролине, не отмывается и тому подобное. Илюша! Целая проблема. Убегай! Поэтому, кто знает и понимает мою проблему, сейчас будет рад данному видео. Покажу вам средство, которое реально поможет вам очистить машину и многое другое. Ну, а, собственно, средство это вот такое. Видите, как она тает, 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 тает. Раз. И еще разок. Так мы сразу несколько, наверное, напшикаем сейчас. Вот такие потеки. Вот так она разъедает. Вообще исчезла. Чуть-чуть осталось. Маленькая осталась. Ну, короче, вот сейчас я все очищу и вам дальше покажу. Ну вот, их уже меньше. Осталось не так много. Еще чуть-чуть и полностью я уберу их. В этот раз навалилось их очень много на меня. Друзья, капот чистый. Остались небольшие, скажем, вот они. Так, вот такие точки. Я их сейчас доуберу, скажем так. А так капот все идеально чистый.